Всем привет, друзья! Ну что, приехал я в такие замечательные места. Опять на трубу. Вот. На своем мотайчике. Взял я, короче, этот теперь в этот раз сапоги. Мало ли, вдруг понадобится. Пока еще не купил эту резинку, чтобы стягивать. Поэтому вот так как-то все по-деревенски. Веревкой затянул. И все дела. Ну что ж, начнем. Спиннинг самый такой, 250 рублей, друзья. Походный. О, ручей пересох. Вообще нету. Видите, вода упала. Капитально. Капитально упала. Ух ты! Ничего себе, там рыба как плещется. Прям под трубами. Ну посмотрим сейчас. Вот видите, как вода ушла. Берега сухие. Сейчас посмотрим, кто здесь живет. Что-то плюхается, блин. Бабочку ловит. А клевать не хочет. Очень странно. Блин. Это щучка. Ой, ты моя, ты красавица. Ну давай, давай. Блин, фрикцион чуть-чуть зажать надо. Куда, 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 куда? А, дура, блин. Иди сюда. А как торпеда прям. Ага. Вот она, красавица. Она небольшая, конечно. Но все равно хорошая. Ох, какая. Килограммчик полтора, наверное. Да, небольшая. Щучка небольшая. Ой-ой-ой-ой. Давай, иди сюда, иди. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой. Ой, поплавали, поплаваем. Ага, ага, да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Тихо-тихо-тихо. Да тихо ты. А, бля, так и знал, палец расхерячила ниткой, блин, дура. Твою же мать, блин. Твою же мать, надо ж так, а. Разрезала мне палец. Вот так. Ну все, попрыгал. Айда, попрыгаешь. Айда сюда. Айда. Вот такая. Блин, палец, видите, как разрезала ниткой. Правда, без крови почему-то. Вот так вот. А зацепилась вон. Так, 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 так. Ша. Ша уже, успокойся. Вот дурочка, блин, порезала мне палец. Иди сюда. Да успокойся ты уже, попалась. Вот такая приличненькая щучка пойдет. Пойдет, друзья. Приличненькая щучка. Хорошенькая. А, цепанулась как за край морды своей. О.
Красавица. Так, вот тут мы тебя положим. Прыгай сколько хочешь. Тут что-то движуха какая-то пошла. Сейчас проверим, что-то тут вода кипит, блин. Ох ты, ничего себе. Это что было? Это кто такой деревяк резкий? Нифига тут движняк начался. Ясь, что ли? Ого, какой окунь, смотрите, друзья. Жалко, жена меня не хочет окуней жрать. О, какой хорошенький. Вообще красавчик. О, какой красавчик, видите? Ну ладно. Вот такой вот хороший окушок. Я же говорю, тут движняк начался. А горячий аж, представьте. Вода какая горячая. Опять такой же, смотрите, чуть-чуть помельче. Нифига себе. Вот это кино. Вы видите, ну помельче, да. Конечно, помельче, чем тут. Тут вообще был красавец. Стой, я тебя отпущу, дурень, блин. Во, иди, прыгай в воду. Ну, убежал? Давай еще один бросок, и ты у цели. Чувачок. Ты что, сам не справишься? Алло. О, давай, давай, дуй. Окуня, значит, здесь очень много. Хватает неуверенно, зараза. Так, а как же тут бросать? Камыш будет мешать. Видите, какая маленькая речка стала. Тихая такая, классная. Там дальше можно еще пройти. Там тоже такие же поворотики всякие. Самое странное, что щуки нет. О, плюхает как нифига себе. Ну и где наши рыбы? Здесь нету. Пойдем назад. Вот и закат уже закатывается. Потихоньку надо собираться по темени, потом ехать. Вот такая вот рыбалка. Ну, чуть-чуть. Щука, пару окуней. Ну, окуня не стал брать. Щучку возьму, жена просила. Не клюет. Пробовал на пиму, я был сегодня тоже на большой речке. Не клюет толком пока ничего. Ну и здесь видели сами. Правда, вода вон кипит. Малек прыгает, окунь охотится. Щуки что-то мало пока еще. Ну, еще рановато, наверное. Ну, ладно, на этом буду заканчивать. Всем счастья, здоровья. Береги себя. Вот так провел денек, вечерок, вернее.
ягода постели. Мы с тобой все же успели к окончанию представления. Незаметной тихой тенью мы с тобою долетели до назначенной нам цели, до секретной нашей точки, до последней в песне строчки. Пробежать по коридору, слышишь, стук стучат затворы, затворяют мысли в рамки, продвигают пешки в дамки. Мы с тобою долетели до назначенной нам цели, до секретной нашей точки, до последней в песне строчки. Ходим в сайты для поэтов, собираем лупы сеты, сверху лак края багетом, за тузом кладем палеты. Мы с тобою долетели до назначенной нам цели, до секретной нашей точки, до последней в песне строчки. Мы в прозрачной коммуналке, не завидно и не жалко, по команде гасим свечи. Мои руки, твои плечи, мы с тобою долетели до назначенной нам цели, до секретной нашей точки, до последней в песне строчки. Мы с тобою долетели до назначенной нам цели, до секретной нашей точки, до последней в песне строчки.